Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инста ТВ. Уровень безработицы в Австралии в августе составил 5,8%, сообщило Австралийское бюро статистики в четверг. Реальные цифры оправдали прогнозы и оказались выше июльского уровня в 5,7%. При этом экономика Австралии потеряла 10 800 рабочих мест в августе, хотя прогнозировалось повышение на 10 000 мест. Количество безработных увеличилось на 1,3%. Общая доля занятости составила 65%, против прогнозов 65,2% и предыдущего показателя 65,1%. После выхода данных австралийский доллар снизился более чем на 1% против других основных валют. В частности, относительно американского доллара австралиец просил до минимума в 92,36 американского цента с котировки в 93,47 цента, наблюдавшейся перед публикацией данных по безработице. Напомним, что в среду валюта Австралии достигала максимума середины июня – 93,3 американского цента. С начала месяца австралийский доллар прибавил 5% против доллара США, однако аналитики считают, что теперь повышательный тренд сменил направление на противоположное. Вы смотрели новости на канале Инста ТВ. Всего вам доброго, удачной торговли!